Skrieť, čo tam. Я что-то не понимаю, что с музыкой происходит. Сама убавляй. А, и запись такая. Петрух, а ты... У вас день перед соревнованием проходит, проходили в Самарской области? Нет, я просто Петра спрошу. Кубок Будды, ты такой знаешь, Сантей? Нет, я это Подмосковье. Это Волгоград. Волгоград, все, я перечислил. Да. Это около Самары, в Подмосковье, он где-то вот здесь. В этих краях. Это еще что там за как раз. Это лучший путь для зря. Здесь провозного сезона 2017 года и юбилейный 10-летний клуб. Так сказать. Слава, в Ростове на дону 30-го. Штерцы будут проходить казачьи. Кто? Штерцы. Штерцы? Шермицы. Штерцы. Ну что за штерцы такое? Шермицы есть такое, да. Нас как-то организаторы приглашали, но, блин, и все, надо было только приехать. Коллектив. Ну, что-то время. На 4 еще там день, на 5. Поедешь? Всех победишь? 1 мая будет с Негорыни, в Гагарине. Тоже мероприятие, да, здравое. Отлично, есть группа. С Негорыни сейчас называется. Я туда хочу так пообщаться, там Некрасовцы приедут, еще. Эти будут по-любому счастливые. Разрабатывал. Ну, он
там смотрит различные видео и прочее, как он там все в голове повязывает. Но он как бы это, думает, считает, что он правильно путем или как? Ну это его путь. Хорошие то, что дела, то, что в сына положение делает. Мне кажется, о себе тоже забывать не надо. Oh,
Вообще-то я.
исходя из сообщений, отправили к тобой, там все печально? Да там нормально все. Просто это, попутка весенняя опять идет. Попутка? Попутка нереально весенняя. Но зато я подготовил статью и отчет. Я. Как бы она тоже, надеюсь, содействовала к этому. Приложила все усилия и старания. Не быть не в той стране родной, в которой мальчик был рожден на земле. Контрольный срез по физической подготовке. Она записывает. А? Как я пишу. Ну ничего, я как бы это контролирую. Все нормально. И ученик решил превзойти своего учителя. Я подошел к сорняку. Соскок, наскок, все дела спокойненько. 12 раз потянулся, как не положено, на оценку отличия. Без лишних суеты спрыгнул, все положил. А товарищи мы начали заниматься на турниках. Решил камень в маргарат кинуть, потому что как бы я помогу лучше. Он потянулся чистыми 11 раз, и три такие с такими кривляниями пытался там до 14 раз. Просто хотел больше. Ну, я так и подошел, 12 раз сделал чистыми, спрыгнул, мне больше не надо. У меня оценка отлично, все, больше не надо. А ты, говорю, что там порезал? Хотелось? 20-шек, пожалуйста. А в итоге? Он, нет, мы поставили хорошо, потому что 11 раз было чистым. Но прикол в чем, он до этого не мог даже 3 раз чистым потянуться. То есть у него все были сухками, там, кое-как. Сейчас уже 11. Ну, молодец, хороший прогресс. За сколько? За месяц? За 2 месяца. Хороший прогресс. Гимнастика, как всегда, репетирую. Чё, Лёха? А, сразу запыв. Thank you.
носок слетает. Какая-то такая музыка грустная прям. Александр! Есть музыка не грустная? Сантей! Включи! Музон! Один другого. Один другого веселее. Смотри, вот у тебя видишь, вот открыто все, вот это все открыто здесь. Что ты не открываешь?
Ты сейчас сказал, встань, как стою. Я же движение, Ты встал, как стою. Как я действую, как тебе интересно, как я действую, когда драка? Нет, ты не как ты действуешь, а почему у тебя все открыто? Вот это вот. Там я просто видео смотрел, как ты там с кем-то, с каким-то парнишкой 19 лет. Попадает, да. Поэтому тебе не то, что попадает, у тебя все, ты стоишь открыто, все. Че ты, зачем должен быть короче? Это то видео, которое там за 5 минут 20 ударов на голову. Нет, это когда он там был просто изъебом, взял этого паренька. 20 ударов в голову, там 6-7 минут. Просто поймал. Это очень много. Это очень большое время. 20 минут, 5 минут выступления, 15 минут бой. В общей сложности 20 минут. Это очень длинно, все очень долго, Серега. Очень нельзя, ты выдерживаешь, блядь, очень долго. Ну, всякое. Не, я вообще не представляю. Блядь, минута, две, это. А это 20. Я всегда из ёбом, там взял, блядь. Не, он взял его удушающим, потому что. Не, я не из ёбом взял, потому что там уже все. А самое интересное было, я в этот момент, когда мне сказали, я удивился, для меня это прилетело прям бах, мобильно. Я в тот момент, когда прибежал, думал, блин, я рано сделал. Как бы только начинается все. Это не про то, ты стоишь, ты, у тебя ебучки все открыты, понимаешь? Я тебе как вот, ты открываешь, ты понимаешь, если там 19-летний пацан, а выйдет, блин, вот как Петруха, сколько ты массы? 80. 80? Или вот я выйду вот так, 85. Какой, смотря, спортивное состязание? Ну, не про то. Масса, Сережа, ты просто задумайся. Там тебе группа, я не спорю, потому что я открытый. Ты устоишь, грубо говоря, друзья, я сейчас просто покажу тебе твои дырищи, через давай. Которые можно пролезть, блядь, можно. Я тебе просто рассказываю, ничего не надо делать, ты стоишь, вот, дырищ, уёбь тебя, всё, ты уже сюда попал, и всё, Серёж. Не попадай, я тебе про это и говорю, что не попадает. И это тебе попадает, какие-то, блядь, пиздюки, на. То есть по-нормальному тебе попасть, просто вот ты держишь, грубо говоря, вот, держишь, вот, держишь. То есть вот я тебе. Вот такой придет тебе удар, а я позволю такой сделать? Ара, вообще, вылечить такой. Потому что он приходит, это... Но когда я рассматриваю спортивные мероприятия, это один вопрос. Как какие-то моменты заставить надо показать, наверное, выдержку. А если мы рассматриваем вот варианты каких-то стычек, для меня стычка решается вопросом, как глаза, горло, пах. Я не за то, что ты говоришь, это как бы само собой понятно. Но... А это дырки, да, я не знаю, что с этим делать, это дырки. Я вот так, как, я не считаю, ничего нет, как закрылся. Ну, давайте руку поставим, поставь, вот, садим. Присни ее к себе, что ты... Вот ты делай, я расслаблен, так, не так не было. Вот, да прижми ты к себе, вот здесь вот этим кулаком закрывай свой челюсть. Вот, ты стоишь, вот. То есть у тебя здесь закрыто. Вот здесь вот это было, натяг. И вот это натяг сюда. А мне так. Нет, я как бы могу сказать, что мне неудобно, и самое для меня это страшное, это открытый глаз мой. Я вот этой. Я просто, знаешь, почему, когда вот эту руку так делают? Я прикрываю лицо, а непосредственно даже глаз этой рукой. Челюсть и голову. Мне так неудобно. Я не за то тебе говорю. Ты когда стоишь, у тебя вот это вот растопыривается. Да. Оно должно быть здесь. Вот я закрылся, вот. Вот мы стоим, вот я закрылся, все. То есть ты сейчас будешь пятнашку накидывать просто там в печень, как просто так пальцами набрасывать. Сейчас не имеет смысла. Нет, не в саму печень, ты вот. Вот, конечно, все. Я понял, да. Ты стоишь, у тебя все закрыто. То есть, а у тебя ты стоишь, у тебя рука нет. Здесь, блядь, здесь вот так. Потому что я глаз закрываю. Единственный способ восприятия мира и уха. Я закрываю специально это. И поэтому ты, когда ты ее выставил вот так вот сюда, вот тебе через эту проход, видишь, как легко. Когда ты сюда ставишь, прохода нет. То есть, ты вот сюда чуть поближе. Лоб выставил, лоб вперед, а это вот так. То есть, тебе прохода, видишь, тут нет. Тут заебешься на тебя. Согласен. Да, ты чуть-чуть вперед подал его, вот здесь ты подал. Все. Тут ты прям мишень, дым. Все, нет. Объясню еще раз, ты все правильно говоришь. Это мой, на уже почти 20 лет. Я закрываю глаз. Я тебя услышал, чуть поближе да, руку поставь. Согласен. А вот так вот начинается действие, когда это очень опасно. Я не за то, вообще. Я как раз за то. Хуйню вообще. Да нифига, я так вижу. Я не за то. Самая тема тебе вот сюда заложить. Это глаз твой. Но это еще надо попасть. Мы же сейчас все постоим. Это еще надо попасть. Чтобы точно попасть в челюсть или в замок, это надо постараться. Это надо просчитать, это я должен как-нибудь встать. А я как, я все-таки двигаюсь. Нет, понимаешь, что делать? Я как бы посмотрел, ничего тебе не говорю,
Первая сторона жопы? Да, да, все, я все пошел. То есть ты реально стоишь открытым. То есть тебе наседает тебя прям очень-очень легко. Да, 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 да. То есть вот ты на одно мгновение остановишься, стоишь. Ну хорошо, ты двигаешься, пока ты двигаешься из базар. Но потом пошло движение, если точно удар пошел. Вот это вот как вот отлично, вот это все. Надо как-то стоять, как бы Макс. Я словами не буду объяснить, я в чем-то прикол. Как стараюсь объяснить. Есть, например, задачи, связанные с... Ну, представляешь, всю жизнь живу на какие-то вещи, которые в спорте я вообще не сделал, спортивные состязания. Но как бы знаю, как это решается, вопрос очень быстрый. Мне приходится на спортивных мероприятиях брать с себя такие рамки, чтобы лишнего не сделать. Очень я переживаю. А так я с тобой согласен, что дыры... Ну давай позанимаемся. Они, понимаешь, что все дело? То есть на спортивный вот этот парнишка. Наши хотят боксировать. Ну давай, если у тебя есть жаль, это боксировать. В смысле? Боксировать нужно, знаешь, как нужно боксировать? Пятнашки нужно. Я тебе про это не говорю. Не набрасывать руки, блядь. Я тебе про это не говорю, я тебе про это не говорю. То есть ты вот, ты стоишь, я тебе раз, тык, пятнашка. Давай, когда? Сейчас после памяти? Нет, сейчас все. Ты как всегда? Нет, я тренировал. У меня сегодня не кадышка, я сегодня вообще на воде. Я сегодня нет. Энергия не прет. А если мы будем тыкать этими плачками, то уже, понимаешь? Ну это несерьезно. Можешь нихуя не оставить? Поэтому мы голову вообще не бьем. У меня самое главное, у меня не выработанный рефлекс защиты головы, потому что голову не трогаем. Голову надо пятнашку играть. Мы стоим, пятнашку. Никто не хочет играть, встаем. Мы пока делаем весь комплекс гимнастический, мы встаем. У тебя силы есть, давай со мной по пятнашку. Да не сегодня, сегодня. В следующий раз пятнашку. В субботу я на свете летаю. Допустим, давай, ты подготовишься. Возьми с собой тренер боксера. Его приглашать на одно чрезвычайно культурно. Нет, он пойдет, если я приглашу, но так что он с вами занимался, это вряд ли. С тобой или просто? Нет, со мной он занимается в ползале. Он просто, когда еще Рудик живой был, он попросил, он ему руки начал ставить. Ты счастливец. Ты рядом с тобой мастер находится, который тебя персонально занимает. Я вам говорил, вы нихера не хотите. Хотим, времени нет физически, мы вообще времени нет. Я звал, надо говорить. Ну вот раз, вот мы, скажи, когда есть возможность, мы отказываемся. Нет, возможность, Серега, но видишь, я расскажу, ты сюда приходишь, здесь другая пара суток набрасываешь, там он тоже, ему тоже что-то чуть-чуть. Блин, если поразит тебя, если поразит нас, то я сразу. Нет, он не то, что он руки ставит так, что ты, грубо говоря, эти твои дырки там закроют. Он ставит руки, понимаешь, то есть. Во-первых, много же лет, да, уже как бы знакомство у нас идет, это общение много лет. Я имею в виду, ты стоишь, ты нужно более плоский быть. Ну, его здравствуй, вот так устал, это кого, ребят? То есть, если ты сейчас вот так встанешь, ты просто станешь мишенью для расстрела. Не, я так не устал. Нет, ты станешь мишенью для расстрела, блядь, понимаешь? То есть, вот ты стоишь, вот эта рука, то есть, вот эта у тебя прикрыта часть, это у тебя до печени очень далеко. Так и? Ну, не факт, ногой близко. Какой ногой? Прямой. Какая? Левая. Ну, как же он? В печень. Ну, сюда вот ты дальше заходил? Да. Как ты говоришь, это еще надо попасть. Это мой ремонт. Нет, просто ты, когда движение начинаешь совершать, то человек стоит, вот этот локоть, он защищает печень. Только движение, вот это движение, оно убивается в комбинацию. Раз. И когда ты так открыто стоишь, вот так вот стоишь, то есть ты очень-очень доступно. Который не подходил вас, как такое вас. Нет, вот сейчас хорошо.